Банде Гуру Пада Дандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Си Нанда Нанданам Банде Радхика Чарано Дайам Гопи Жано Самаюктам Бинда Банам Манохарам Банча Калпатару Вашаке Пасинду Бевачу Патитананг Павуне Бхавишна Вибхьо Наму Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунг Ланг Хайтагирим Ятки Патамаханг Банди Парамананду Мадхавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кесвасача Шна Бхакти Паде Деви Саттваттвай Наму Намаха Нараяна намаскритто норунча ива нароттамам Девинг сарасватинг васам тату жайо мудире Шанкиртане кишно катху падеше Гаурия патрашва пракасане ча Садану ракта гуру бхакти юкта Бхакти прамадакша жагодварвинна Дейям сада паривабхагна мабиштадухам Тетхас падам сива вирунчанутам сараньям Витаттихам панатапал бхавадипутам Банде махапурусате чаруна дхавиндам Ятпада паллавана качандам аничатая Бишпуриджитакам апикапападушвадарши Пурнануррагра-сасагра-сарамурти Сарадхикамайкада-кипаамкараши Си Кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Си Аддайта-гада-дхара-сивасади Гаура-бхакта-бинда Си Кришна-чайтанна-прабху-нитта-ананда Си Аддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхакта Бинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджануламбита бхужоу канука бодато Шанкиртаной капитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат приякару каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дивья Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синиттам Бхавану рупе на сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара бивуши тобам бхагам Нараяно прияманга мада парам Барану сипурапати бхажави шанатам Ваги саджушва бадане Лакшмир жаса ча бакшаси Джасьястхиде самбид Памнишинга махам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Нидрая хриятанактам
Vyavaye na ca vavaya divacha artihaya rajan kutumba bharane nava nidraya hriyate naktam Vyavaye na ca vavaya divacha artihaya rajan kutumba bharane nava Gauriya Goshtipati Gauriya Goshtipati Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Парамахамса Джагатгуру сказал: мы, Гаудии, всегда должны быть готовы отдать литры своей крови ради освобождения падших душ общества. Шрила Прабхупада говорил, что мы, Гаудия, обязаны всегда быть, в любой момент быть готовы пожертвовать своей собственной кровью ради освобождения обусловленных душ этого мира. Прабхупад говорит, что практически невозможно освободить обусловленную душу. Они не хотят слушать, что говорит саду. Если я буду говорить об абсолютной истине, они отвергнут меня, говорит Прабхупад. Но в то же время, если они слушают так называемых саду, которые, по сути, являются обманщиками, обманывают тысячи людей, они полны энтузиазма. Но в действительности, если вы хотя бы раз услышали шабда брамана из уст подлинного преданного, вы сразу же распознаете такого обманщика. Вы увидите, что в нем нет жизни. Он говорит подобно мертвецу, то есть просто открывает рот. У него нет ни связи с Гуру Парампарой, ни подлинной веры. Но тысячи людей готовы следовать ему и тем самым отправиться в ад. Что мы можем поделать? Что я могу поделать? Прабхупад объясняет, что практически невозможно освободить обусловленную душу из оков майя, поскольку душа, обусловленная душа, не готова к этому. Они придают значение телу и тому, что связано с телом. Да, они могут слушать харикатху, но на первом месте стоит их собственное тело и то, что с ним связано. Что поделать? Они не готовы. Если искренне они сосредоточатся на харикатхе, я, сидя на вьясасане, заявляю, что они избавятся от оков майя. Но они не готовы. Не готовы на 100% разрубить связь с майей. На 50% может быть, но на 100% нет. Мы вас послушаем, и на 50% откажемся от майя. Но как возможно при таких обстоятельствах освободить душу, обусловленную душу? Это невозможно. Мы спим как минимум 8 часов. Возвышенные души могут выспаться за 4 часа, 4,5 часа, но так... Но люди, так называемые люди, затрачивают на сон как минимум 8 часов. То есть из 24 часов 8 уже
затрачиваются на сон. Остается 16 часов, в которые нужно успеть поесть, поболтать, посетить уборную, посвятить свое время жене, детям, друзьям, обществу. И остается, возможно, каких-нибудь 10 часов. Их они отдают на заработок денег. 10-12 часов они затрачивают на работу. Так когда же им совершать харибаджан? В этом весь вопрос. Прабхупад много раз говорил, что если кто-нибудь обретет вкус к экантика баджана, к абсолютному баджану, почувствует его вкус, ощутит вкус к нему, такой человек уже никогда не оставит баджан. Поскольку баджан настолько привлекателен, что никаких моих лекций будет недостаточно, чтобы передать это, передать его сладость. Если вы не искренни, но если вы искренни, одного моего слова будет достаточно, чтобы изменить всю вашу жизнь. При условии, что я следую всему, всем правилам, то есть я не просто рассказываю лекции, а я говорю то, что я делаю, и то, что я чувствую. В таком случае одного лишь слова будет более чем достаточно. Это слово изменит всю вашу жизнь. Но проблема в том, что вы стоите в разных лодках, имеется в виду одна нога в одной лодке, а другая нога в другой лодке. Как же я могу помочь вам в таком случае? Я отдаю почтение даже Пракашананде Сарасвати. Ведь он, как минимум, сказал Махапрабху, то, что ты говоришь, это истина, это правильно. Но, тем не менее, я не могу оставить свое общество, свой сампрадаю, но то, что ты говоришь, это правильно. То есть он был полностью пленен проповедью Махапрабху. Он начал танцевать, воспевая имена Шри Кришны, как это делал Махапрабху. Но проблема в том, что наше положение гораздо более падшее, поскольку мы пристрастные. То есть имеется в виду, мы постоянно пытаемся прославить гуру, который в действительности не является таковым, который падший. Именно поэтому это говорит о том, что я лицемерен. Именно поэтому мне никто не может помочь. Я много раз обращался к преданным по всему миру. Я говорил, это не то, о чем можно спорить или сражаться, за что сражаться. Это вопрос нашего выживания. Природа обусловленной души, ее хроническая болезнь заключается в том, что она постоянно забывает, она не хочет помнить. Так вот, харикатха — это не вопрос споров, это вопрос нашего выживания, поскольку мы нуждаемся в ней, чтобы жить. Если кто-то выгоняет саду, он ничего не теряет в этой ситуации, что он, то есть теряет общество, если кто-то не позволяет ему проповедовать. Тот, кто находится в связи с Гуру Парампарой, то есть мы не можем
понять, кто в действительности находится в связи, в подлинной связи с Гуру Парампарой. Я не знаю, развили вы такую возможность, прослушав, услышав так много харикатхи. В действительности вы должны бы научиться понимать, распознавать, где есть подлинная харикатха, а где говорит обманщик. И глядя на того, кто говорит харикатху с лицемерием, мы сразу же должны понимать, что это не истинная харикатха. Нет у него связи с Прабхупадой, с Гуру Парампарой. Это говорит о том, что такой человек не может совершать подлинный харибаджан. Как только мы утрачиваем связь с Прабхупадой, с его учением, мы теряем все, лишаемся всего. Все превращается в ноль. Мы превращаемся в ноль. Как только мы лишаемся связи с Бхакти Сиддханта Сарасвати Прабхупадой, с Бхактивинода Такуром, наша жизнь, духовная жизнь прекращается. Завтра я расскажу точное определение, что такое проповедь. Без связи с Гуру Варгой проповеди быть не может. Итак, положение, таково положение обусловленной души. И помните о том, что подлинный ачарья никогда не идет на компромиссы с майей. Однажды один ученик определенного ачарьи обратился к Шиле Бону Госвами Махараджу с вопросом о Сиддханте. Бону Госвами Махарадж ответил. Это был западный преданный, возможно, он был из Америки. Когда Бону Госвами Махарадж отвечал, тот преданный сказал: «Прежде то, что я слышал от моего Гурудева, было гораздо проще. Я не могу понять, что вы говорите. Не могли бы вы рассказать мне, объяснить мне более понятным языком, то есть иметь в виду спуститься на мой уровень?» Бону Госвами Махарадж ответил: «Я не могу спуститься на твой уровень. Лучше ты поднимись на мой. Это будет более практично, более полезно». И затем этот преданный пришел к своему гуру и рассказал о том, что произошло, а гуру очень забеспокоился, почему это мой ученик ходит к другому вайшнаву. И это то, что происходит сейчас. Один гуру запрещает общаться своим ученикам с другим гуру, с проповедниками, с вайшнавами. И тут ачарья начал критиковать Шипад Бону Госвами Махараджу. Он хочет испортить моих учеников, говорит им какие-то неправильные вещи. This is the condition.
В действительности, то, что сказал Бон Госвами Махарадж, является сиддхантой Прабхупады. Нечто подобное произошло на Радхакунде, когда Прабхупада рассказывал Харикатху в обществе многих пандитов. Они обратились к нему: не могли бы вы говорить на более понятном языке, чтобы мы смогли понять ваш язык. Прабхупад ответил, что я хочу, чтобы вы поднялись до моего уровня. Таково в наши дни положение проповеди, положение вещей на поле проповеди. Пракашананда Сарасвати сказал Махапрабху: «Ты выглядишь как Нарайан. Все, что ты говоришь, не может быть, то, что ты говоришь, не может быть ложью. Я верю тому, что ты говоришь. Тем не менее, я не могу оставить свою линию». Таким образом, он был готов принять абсолютную истину, но мы не готовы. Если обойти весь мир, всего несколько, возможно, найдутся людей, которые готовы принять абсолютную истину. С такой сильной надеждой. Я продолжаю говорить, поскольку не сегодня, я верю в то, что не сегодня, так завтра люди поймут абсолютную истину. Поймут, что такое тринадапи, что такое подлинное смирение. Смирение означает говорить абсолютную истину абсолютным образом. Тринадапи означает полное отсутствие лабхи, пуджи и пратиштхи. Тринадапи, смирение не означает говорить сладкими словами и тем самым обманывать вас. Итак, в настоящие дни в мире так называемое общество преданных. Они не хотят слушать об абсолютной истине, они хотят следовать обманщикам. Что я могу поделать? Итак, Вриндаван Дас Такур Махашая. Я хочу следовать его лотосным стопам. Сам Прабхупад учил нас этому, поскольку Вриндаван Дас Такур никогда не шел на компромиссы с Майей. Весь мир был настроен против него, его критиковали, его маму, его папу. Они нападали на него. Тем не менее, он не соглашался с тем, что они говорили. Он был полностью отрезан от общества. Он был изгнан из общества. Тем не менее, он говорил: «Мой Гурупад Падма Нитьянанда Прабху, и у его лотосных стоп находится вся моя Гуру Варга. Как же я могу оскорбить их? Как я могу оскорбить тех, кто находится подле стоп Нитьянанды Прабху?» Даже Шанкар Бхагаван пренебрег Гуру Варга, это описано в читании Чаритамрите. Что повело за собой его падение. Он получил наказание.
see how perfect our Gauranga Mahaprabhu's teachings, насколько совершенно учение Гауранги, насколько он строг. Я часто слышу, что Шрила Кешава Госвами Махарадж был якобы очень строг, и Прабхупад был очень строг. Но что вы подразумеваете под этими словами? Часто преданные говорят так: «О, так строги». Они говорили о Сиддханта Вичаре Гауранге. Они были строги в этом отношении, в отношении Сиддханты. Что же вы ждете? Вы ждете каких-то компромиссов в отношении Сиддханты? Сам Гауранга говорил, что если вы совершаете неблагоприятное общение Йошитсангу, Махапрабху прогонит вас, то есть я прогоню вас. Потому что это бессмыслица, совершать служение Майи и в то же время служить преданным, служить Бхагавану. Махапрабху не позволял ни малейшего проявления Йошитсанги. Не допускал. Это первоначальное понимание в вайшнавском образовании, то есть имеется в виду, что необходимо отказаться от Йошитсанги. Что такое Йошит? Если этот цветок наслаждает мои чувства, если я стремлюсь наслаждаться им, этот цветок становится для меня Йошит. Любой объект, что бы то ни было, то, чем я пытаюсь наслаждаться, становится Йошит для меня. Прабхупад много раз объяснял это. Он объяснял, как отгородиться от Майи. Даже если я получаю даршан, но при этом погружен в Майю, То есть как может помочь кому-то тот, кто сам находится в Майе? Если Ачарья сам в Майе, как он может помочь своим ученикам? Но, к сожалению, в наши дни Ачарьи часто находятся еще в более падшем положении, чем ученики. Я думаю, что это революционные слова, тем не менее, это правда. Это правда, что ученики более искренни, чем их гуру. Гуру погружены в Майю, деньги, наслаждение, деньги, слава. Но Вриндаван Дас Такур никогда подобному нас не учил. Вспомните, когда Чайтанья Махапрабху прогнал Чота Харидаса, близкие преданные Махапрабху обратились к нему: «Пожалуйста, прости его. Что он сделал? Он же ничего такого не сделал». Но Махапрабху твердо ответил: «Если вы еще будете говорить о нем, я уйду».
Настолько бескомпромиссен был Махапрабху. Все преданные были озадачены, что плохого сделал Чхота Харидас. Но Махапрабху находится в сердце каждого, как сверхдуша. И если я обманываю, Махапрабху видит это немедленно, ведь он находится в нашем сердце. Если я кого-то обманываю, это видит Махапрабху. Чхота Харидас ждал на протяжении года. Он надеялся, что не сегодня, так завтра Махапрабху простит меня. Спустя год, когда Махапрабху возвращался с Джаганнат-мандира, шел к океану, Чхота Харидас с большого расстояния предложил ему поклоны, рыдая, но Махапрабху не простил его. Когда Чхота Харидас понял, что Махапрабху не прольет на него свою милость, все это на внешнем уровне. Он отправился в Аллахабад на слияние трех священных рек и, сконцентрировавшись на лотосных стопах Гауранги, бросился в священные воды. Махапрабху все знал. И, тем не менее, то есть он ни у кого ничего не спрашивал про Чхота Харидаса, он не заговаривал о нем. Когда один преданный из Аллахабада пришел в Навадвипу, он рассказал о случившемся Шривас Пандиту. Чхота Харидас оставил тело. И спустя много времени, когда преданные пришли в Пури, и Шривас Пандит встретился с Махапрабху, Махапрабху спросил: где Чхота Харидас? Ведите его сюда, приведи его. Махапрабху прекрасно все знал. Он знал, что Чхота Харидас уже оставил тело. Тем не менее, он разыграл такую лилу для того, чтобы преподнести нам урок. И Шривас ответил, он уже оставил тело. Ведь ты же не пронял на него свою милость, ты не простил его. И спустя год после произошедшего он отправился в Аллахабад и там оставил тело. Покончил с жизнью. А Махапрабху, улыбаясь, и запомните те слова, которые он произнес в ответ. Это очень важные слова. Улыбаясь, он сказал: этот случай с Чхота Харидасом является, точнее, это правильное искупление за грех Йошитсанги, то есть имеется в виду за ошибку Йошитсанги, это верное искупление оставить тело. Он говорит «пракрити даршан», он не использует здесь слово «йошит». То есть если кто-то смотрит на пракрити, сейчас я объясню, что это значит, вы будете поражены. Common answer, common, very common answer.
Если вы попытаетесь понять, то есть попытайтесь понять сердце Гауранги, почему он так сказал. Что означает пракрити? То есть пракрити — это природа. Так вот, если я смотрю на женщину с настроением наслаждения, это и есть пракрити даршан. Мое тело также относится к пракрити. Продукт природы. Это не какое-то искусственное изобретение, это продукт природы. Таким образом, если вы смотрите на что бы то ни было с настроением наслаждения, это и есть пракрити даршан. Пурурава, к примеру, захотел насладиться Урваши. Таким образом, он видел ее как пракрити. А что-то Харидас в действительности не сделал ничего плохого. Только один момент. С каким-то незначительным настроением наслаждения он взглянул на женщину, на девушку. Которая была в доме Мадхави Деви Даси. Она помогала ей, была ее помощницей. Это был какой-то мимолетный взгляд. Но Махапрабху, сидя, находясь в сердце, узнал обо всем. Итак, Вриндаван Дас Такур Махашай никогда не шел на компромиссы с Майей. Другими словами, с Пракрити. Как вы помните, мы говорили о Баладева Расе, о танце раса Баладева. Многие люди выражают сомнения по поводу этого вопроса. Они утверждают, что у Баладева не может быть отдельного танца расы. Пишут тома, книг, подтверждая эту теорию. Но подобное утверждение, тот, кто заявляет подобное, выступает против Вриндавана Дас Такура Махашая. А Вриндаван Дас Такура Махашая никто иной, как Вьясадева. К примеру, Шанкарачарья. Начал говорить о том, что Вьясадева совершил определенную ошибку в своей сиддханте. Он пишет, что Ясадев пришел в замешательство. Если сам Ясадева приходит в замешательство, как можно поверить в такое утверждение? Ясадева обладает полным знанием, и ничто не может ввести его в замешательство. Итак, мы говорили
об этом на Гору Пурниму. Вриндаван Дас Такур Махашая, наша Гуру Варга, и даже в Бхагаватам сказано, что утверждали, и в Бхагаватам говорится, что Баладевджи Махарадж из Дваракапури отправляется во Вриндаван, во Врадж, сейчас, в это время, в этот месяц. Два месяца длится этот период, март-апрель. И в это время Баладев совершает Расалилу. Вриндаван Дас Такур в Чайтанья Бхагавате описывает это. Описывает, как Баладевджи Махарадж приходит во Врадж и два месяца проводит здесь, проводит там. И каждую ночь он совершает танец раса со своей собственной группой гопи. И Шрила Джива Госвамипад также говорит об этом. Важный момент, о котором мы еще не говорили. Во время фестиваля красок когда все бросаются красками или стреляют друг в друга, как из пистолетов водяных, цветной водой. Vrindavan Das Thakur Mahasaya writing in general, not specifically speaking anything. First of all, Vrindavan Das Thakur Mahasaya wanted to... Итак, Vrindavan Das Thakur прежде всего приводит пример из Шримад Бхагаватам. Бхагаваджи Махапран from Бхагаваджи Махапран wanted to... Бхагаваджи Махапран, I already discussed, you see? I already discussed. В этом стихе говорится о том, что Баладевджи Махарадж проводит Расалилу на протяжении этих двух месяцев во Врадже со своей собственной группой гопи. Эта Расалила происходит на берегу Ямуны. Об этом же пишет и Прабхупад. Он говорит, что его группа гопи абсолютно отлична от группы гопи Кришны. И происходит она на огромном расстоянии от Говардхана, от места, где совершает свою расалилу Кришна. Завтра в Асантараса мы будем говорить об этом. А также, то есть завтра очень важный день, и много о чем нужно будет сказать.
Период Шараткалы — это время празднования Дурга-пуджи, проведения Дурга-пуджи. И это Шарат-пурнима раса происходит около Гопешвар Махадева на берегу Ямуны. На Говардхане также происходит танец раса. Во многих местах во Врадже происходит танец раса. Сейчас будет происходить Васанта раса, а во время Картики также происходит раса, но отдельная, то есть отличная от Васанта раса. Ирире означает в этом слове, что все начинают прославлять Гитам. Иритам Гитам означает воспевание славы. Прежде всего, о чем говорит Вриндавандас Такур Махашая, так это о том, что на протяжении всей ночи Баладеуджи Махарадж совершает танец раса на протяжении 2 месяцев. Прежде мы говорили с вами, как это возможно, что на протяжении 2 месяцев длится пурнима. Как правило, один день, полнолуние, одна ночь с полной луной. Тем не менее, при помощи йогамай возможно все. И для того, чтобы внести свой вклад, чтобы способствовать развитию лилы, раса лилы Баладева, йогамая устраивает таким образом, что хоть весь мир и не видит пурнимы, для Баладеуджи Махараджа луна полная. Вриндаван Дас Такур говорит, что муни и риши, которые отвергают общение с женщинами, прославляют раса лилу Баладеуджи Махараджа. И если вы по-настоящему разумны, вы поймете, что если такие возвышенные личности, которые негативно относятся к общению с женщинами, отвергают его, восхищаются раса лилой Баладеуджи Махараджа, насколько она возвышена. И, конечно же, мы не должны рассматривать это как танец Баладеуджи Махараджа с женщинами. Баладеуджи Махарадж не отличен от Кришны, с одной стороны, но с другой стороны он отличен. Он является первой экспансией Кришны. Only and only and only
Balaji Maharaj can reserve the right of Rasa Lila enjoyment because he is non-different from Krishna. At the same time, different. Именно поэтому, потому что он не отличен от Кришны, он имеет право наслаждаться танцем раса. И таким образом Баладжи Махарадж совершает танец раса со Сварупа-шакти, не с женщинами. Но определенно это не гопи Кришны. Некоторые гуру Сахаджи утверждают абсолютно ложную утверждает, что якобы Баладжи Махарадж решил утешить гопи, которые потеряли Кришну во время танца расы и в конце концов начинает танцевать с ними. Это абсолютная ложь. И я уже написал, насколько они заблуждаются. Как я говорил, Баладжи Махарадж обладает тремя видами расы. Дасья раса, Сакья раса и Вацалья раса. Баладжи Махарадж всегда готов служить своему господину Кришне. Он выступает как старший брат. Это Вацалья раса или в Дасья расе. Но в действительности преобладает в нем Дасья раса. Но и Сакья раса присутствует, поскольку он играет с Кришной. И попытайтесь понять, если я люблю своего младшего брата, как я смогу, то есть попытайтесь понять, если Баладжи Махарадж любит своего младшего брата Кришну, как может он играть с гопи Кришны, которые страдают в разлуке с ним? Как может он танцевать с ними, целовать их? Как подобное возможно? Если я приведу вас в дом обычных жителей, обычных людей, вы увидите, что старший брат всегда выражает любовь по отношению к младшему. Всегда. В любой семье старший любит младшего брата. В любой дом зайдите, и вы увидите это. И он любит не только своего младшего брата, но и его жену. То есть он обладает какой-то привязанностью к ним. Так как же возможно, чтобы он имел какие-то личные отношения с женой младшего брата? Поэтому очевидно, что эта сиддханта ложна, неправильна. Точнее, это утверждение неправильно. Так вот, муни и риши, которые отвергли общение с женщинами, отвергли порочное общение с женщинами, танцуют в экстазе, воспевая святые имена Баладжи Махараджа. Так как же они могут быть порочны? Как же могут быть порочные игры Баладжи Махараджа? Парам, парам, джива, мишу,
Шандарсанам, Бишанамато, Джашитананча, Хаханто, Хаханто, Биша Вакуна Тугаза, Мапуту. Джашишанго, women's and they are not allowed. They can follow. И сам Махапрабху говорит о том, что Яшитсанга полностью запрещена. И во многих местах Шримад Бхагаватам говорится об этом. Говорится, что положение Саубаримони Пуруравы. Вспомните Шаубаримони. Увидев, как спариваются рыбы, в нем проснулась кама, и он захотел жениться. И он женился на 50 девушках, но в конце концов он был в отчаянии. Он сказал, 60 тысяч лет я совершал баджан. Но за какую-то секунду я лишился всего. Чтобы совершать, то есть подлинный баджан занимает год за годом, десятки лет занимает подлинный баджан, но лишиться его можно за секунду. Итак, Вриндаван Дас Такур пишет, что раса Баладжи Махараджа чиста, совершенна и относится к категории апракрита, трансцендентна. В ней нет ничего порочного. Полубоги бросали цветы в Снандаканана, это особое, то есть Нандаканан это сад, находящийся в горах Гималай. Там, где Кедарнатх, там же находится Гори Кунда и выше. Обычные люди туда не ходят. Это очень высоко. И именно там находится это место. Я посещал его. Там очень сложно находиться. Сложно добраться до туда. Тем не менее, там настолько прекрасно, настолько красиво. Но в то же время, если вы взглянете в глаза вайшнава, чистого преданного, вы увидите, что, то есть, если вы взглянете на чистого преданного, вы сразу же, то есть, если вы по-настоящему искренне, вы сразу же сможете понять, что он не такой, как все. Что он не принадлежит этому материальному миру. Если вы взглянете в его глаза, вы поймете, что он не отсюда. Но, к сожалению, в наши дни весь мир сошел с пути следования абсолютной истине, отвернулся от этого пути. Итак, полубоги собираются цветы с этого сада, который находится в Гималаях, и бросают цветы в Баладжи Махараджа в то время, когда он совершает танец раса. Поскольку Баладжи Махарадж не отличен от Кришны, но в то же время они все-таки отличны друг от друга, поскольку это чинтия беда беда татва.
Итак, только Баладауджи Махарадж, единственная аватара, которая может совершать танец раса. Все, поскольку он первая экспансия Кришны, все у него тоже, он абсолютно такой же, как Кришна. То есть различен только цвет кожи. Кришна черный, а Баладауджи Махарадж белый. Одинаковый вес, одинаковый рост, одинаковый внешний вид. Но есть некоторая разница в настроениях. Бхактивинода Такур говорит, любую сиддханту можно объяснить с точки зрения Ачинтья Беда и Беда Таттвы. Ачинтья означает непостижимое, непостижимо отличное и в то же время единое, едино и отличное. То есть Бхактивинода Такур объясняет, что если вы хотите, то есть объяснить какую-то сиддханту, бхед и абхед. Если бед не... Весь мир, все творение находится в связи с Кришной, то есть он обладает отношениями с Кришной. То есть в отношении Ачинтья Беда и Беда Таттвы Кришна и Баларам не отличны друг от друга. Отличается только цвет их тела и несколько отличается настроение. Именно поэтому, говорит Прабхупад, только Баладжи Махарадж может, украсив свои волосы пером павлина, совершать танец раса. Это не может позволить себе даже Нараяна. Как мы знаем, Баладжи Махарадж — сын Васудевджи Махараджа изначально. Тем не менее, он воспринимает своим отцом Нанда Бабу. И поэтому он никак не отличается от мальчиков-пастушков. А маму Ишоду и маму Рахини он воспринимает как своих матерей. Кришна и Баларам — два мальчика-пастушка. С процессом возвышения вашего сознания мы будем продвигаться дальше. Сейчас я обдумываю, о чем мы будем говорить во время Радха-ятры. Я думаю, о чем я могу говорить, чтобы вы были способны это воспринять. Now, Baba, you know, I already told that regarding women association,
Как я уже говорил, муни и риши, саду, должны быть очень осторожны по отношению к противоположному полу. Недопустима ни единая ошибка. Отступление. Недопустимо сидеть рядом даже с матерью или сестрой или дочерью. Сидеть на одной асане, имеется в виду на одной скамье или просто рядом. Потому что даже пандит может сойти с истинного пути. Как мы знаем какие-то истории, много примеров тому, что отец женится на собственной дочери, а мать выходит замуж за сына. А здесь даже в Кришнанагаре брат женился на сестре. Майя настолько сильна, для нее нет ничего невозможного. Именно поэтому мы должны быть осторожны. Поэтому запрещено сидеть рядом даже с матерью, сестрой, дочерью. Даже саду даже не должен находиться наедине с женщиной. Если она приходит, то необходимо открыть двери, окна. Потому что ум материален, и он всегда норовит направиться к наслаждениям. Но Махапрабху не прощает ни единого отступления, ни единой ошибки в этом отношении. Как я уже говорил, женщину можно сравнить с огнем, а мужчину с емкостью, наполненной ги. Ги, очищенное масло. Это не я говорю, это говорит Бхагаватам. So woman can be compared with fire and man can be compared with a pitcher full of ghee. If there, then by the fire can melt. Если поднести огонь слишком близко к ghee, оно расплавится. Конечно, если вы обрели полную милость гуру и вайшнавов, на вас это не подействует. Если ваш ум вышел за пределы материи, именно поэтому я вас и прошу постоянно, старайтесь выйти за пределы материи. Но вы не обращайте внимания на мои просьбы. Я сказал, я прошу вас, прежде всего, вашей обязанностью является выйти за пределы телесной концепции, за пределы материального ума. Если вы не сможете сделать этого, вам придется оставаться на том же самом месте, где вы сейчас. Вы не сдвинетесь вперед. Я знаю, что вам плевать на мои слова, что вы не обращаете на них внимания, но я постоянно выражаю заботу, то есть я забочусь, я переживаю о вашем развитии. Я выполняю свои обязанности, а ваши обязанности, то есть я забочусь о вас, а вашей обязанностью является выйти за пределы материальной концепции. И при этом вы должны слушать меня, не спорить.
я не сделаю вам ничего плохого, то есть я никакую опасность в вашу жизнь не несу. Никакой вред. Первая глава, 33 шлока. Я читаю на бенгали. Возможно, в английском или русском издательстве издание другая нумерация. Когда Вриндавандас Такур Махашая, то есть Вриндавандас Такур Махашая написал эти слова, а Сахаджи толкует это в свою пользу, истолковывает это в свою пользу. В этой шлоке говорится. Это на самом деле долго нужно рассказывать, но я вкратце постараюсь сделать это. Постарайтесь сконцентрироваться на этой шлоке. Слушайте. Говиндо Рамашчат Бхута Викрамаха Бижохур Бане Ратрам Мадхагау Бхаджо-Йосита. Тут говорится, что ночью Кришна и Баларам, каждый со своей группой, с группой у Кришны своя группа гопи, у Баладева своя группа гопи, одновременно в лесу совершают танец раса. И Сахаджи как раз-таки и использует этот стих, доказывая свою теорию. Баларам и Кришна, наряженные в новые одежды, украшены гирляндами, чанданом, карпуром. Чатуршан — это смесь чандана, карпура. То есть, когда вы наносите на тело такую смесь, она освежает. И Кришна Баларама любит ее. Вспомните, в Матхуре была кубджа, которая наносила на них, на Кришну и на Баларама такую смесь. И получила тем самым их благословение. Кришна и Баларам в процессе танцараса поют, а гопи танцуют и также поют. Темной ночью, глубокой ночью. Повсюду разносится аромат жасмина и других цветов, создавая прекрасную атмосферу. They started dancing in such a way what to speak about Bhuta Brahm here.
Even demigods, even Shankar Brahma, even Shankar Brahma, they gone mad. И танцуют они так прекрасно поют, что сам Шанкар и Брахма поражены. Они в шоке, видя это, настолько прекрасно. Настолько прекрасное зрелище. Jagatuhu sarva bhutanam manaha savana mangalam tau kalpayantau jukpat saro mandala murchitam. Krishna and Balaram started singing with such a technique. Krishna и Баларам начинают петь настолько поразительно, что их голос раздается, то есть разносится с разными вибрациями. Есть такие певцы, которые одну лишь строку из песни могут на 10 разных. То есть спеть абсолютно по-разному. 10 вариантов. И Джива Госвамипад пишет, что вот это, то, что описывает сейчас Вриндаван Дас Такур, происходит на день, на праздник красок, в определенный день. Это исключение. Они поют и танцуют. Но они не смешиваются друг с другом, то есть не так, как в мире, то есть в материальном мире устраивают разные шоу, когда обмениваются женами. Вот таково нынешнее цивилизованное общество, так называемое цивилизованное общество. То есть Джива Госвамипад объясняет, что это исключение, это особенный случай. Да, возможно, где-то и это и называется раса-лилой. Да, хорошо, это раса, раса-лила, то есть они поют, танцуют, раса происходит. Но в подлинном отношении раса-лила происходит, когда Кришна и Баларам уединяются со своими группами гопи. А сейчас они просто совершают игру на фестиваль красок. Но люди введены в заблуждение этой шлокой. Конечно, раса присутствует в этой лиле, естественно, и поэтому он называет ее раса-лилой. Но эта лила отлична от той раса-лилы, когда Кришна и Баларам уединяются со своими гопи. Бриндаван дас Чакур Махараджа now writing Bhagavad
Теперь Вриндаван Дас Такур Махашай пишет. Те, кто, даже услышав Бхагаватам, не обрел любви и почтения к Баладауджи Махараджа, ужасно падшие. Положение их очень низко. Если кто-то, услышав о Лиле Баладауджи Махараджи, не развил почтение к нему, не обрел уважение и почтение к нему, не может находиться в линии Гауди Вайшнавизма. Им, таким личностям, запрещено стоять на пути вайшнавизма. На самом деле, они не могут даже войти в ворота вайшнавизма. И такие люди получат наказание от Ямараджа Махараджа, потому что они подобны падшим мусульманам, яванам. Приравниваются к жестоким мусульманам. Жизнь за жизнью такой человек будет получать наказание от Ямараджа Махараджа. Тот, кто не обрел любви и почтения к Баладауджа Махараджа. Ямарадж Махарадж — бог смерти. Он в действительности и вайшнав, также вайшнав. И Вриндаван Дас Такур сокрушается, пишет. С глубоким сожалением. Пишет, что такой человек не мужчина, не женщина, это что-то среднее. Наверняка вы видели таких людей, которые вроде не мужчина и не женщина, и не женщина, не называешь ее мужчиной. И когда подобные личности вопрошают, где Нараса Лила Баладауджи Махараджа, и Вриндаван Дас Такур с сожалением отвечает им, в Бхагавата Махапуране, Вишну Пуране всюду описывается Раса Лила Баладауджи Махараджа. Так почему же вы сомневаетесь в ее существовании, когда сам Бхагаватам, высшее из Писаний, утверждает, что она действительно происходит? В следующий раз мы продолжим. Когда у нас будет появляться время, мы будем проводить читание Бхагавата, чтение читания Бхагавата. В
следующий раз я приведу много примеров тому, насколько опасным может быть йошитсанга. You can keep the book here. We are always discussing with book without any book. Pasasana.